Каждый наш проект для нас – это получение нового опыта, знаний и навыков. Например, для этого стола, как вы видели, пришлось даже стать художником. Проект получился масштабным во всех смыслах, включая географию. От Беларуси до Белгорода. Огромное спасибо нашим партнерам компании «Виктория» за азарт и полное содействие в реализации нашей идеи. Алюминиевая посуда от «Виктории» для нас самая лучшая. И мы уверены, когда вы приготовите один раз еду в этой посуде, вы больше никогда не будете искать альтернативу. Кстати, компания «Виктория» производит посуду также для индукционных плит. Переходите на сайт, заказывайте. «Виктория» регулярно предоставляет скидки и устраивает акции. Ссылку на сайт компании мы оставляем в описании к этому видео. Ну а теперь об инструментах и материалах. С удовольствием рекомендуем вам магнитные винт-держатели от компании Микатон. Этот продукт 100% сэкономит ваше время и, главное, нервы, особенно если часто вы работаете с гипсокартоном. Компания Микатон предоставляет скидки нашим подписчикам. Подробную информацию и ссылки на сайт мы оставляем в описании к этому видео. Эпоксидную смолу мы использовали Art Eco от компании Artcraft. Это одно из направлений компании Кавана, которая занимается производством не только эпоксидных смол, но и материалов для реставрации ванн. Ссылку на сайт компании мы оставляем в описании к видео. Кстати, на сайте Artcraft вы также найдете калькулятор, где сможете рассчитать необходимый объем смолы. Также мы напомним вам, строго соблюдайте пропорции при замешивании смолы, и у вас никогда не возникнет проблем с застыванием. Например, смола Art Eco, которую мы использовали в этом проекте, при толщине слоя в 1 см застывает уже через 24 часа. Отдельная благодарность Александру Харлову за эти потрясающие шары из дерева. На канале Александра вы найдете полное видео, где он делится различными техниками этого процесса. Ссылку на канал Александра мы оставляем в описании к этому видео. Переходите и подписывайтесь. Нам очень интересно ваше мнение по поводу нашей идеи, а также нам интересно, что бы вы сделали с этой алюминиевой заготовкой. Какие идеи вам приходят на ум? Пишите в комментариях, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.